Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Вабон Геймс и долгожданный финал Кубка Мира. Знаешь, какого года? Какого? 2016-го. Это ретро-карьера за сборную России, и мы будем играть сейчас в хоккей в финале против сборной США. Да, я сегодня не один, как вы понимаете, группа поддержки, поздоровайся. Привет, ребятки, как дела? Ну а вы, друзья, ради этого, я думаю, поставите лайк и наберем тут 2000 лайков. Наберут 2000 лайков? Да. Ну и, конечно же, кнопка подписаться должна быть не... Вот какой у меня цвет? Красный. Должна быть не красного цвета, а серенького. То есть подпишитесь обязательно на канал и поставьте в этот, нажмите в этот долбанный вот здесь над Вовчиком колокольчик, да? Друзья, мы принципиальнейшего соперника сборной США. Александр Овечкин, Патрик Кейн здесь уже у нас на представлении команд. Сейчас мы только поставим сразу камеру нашу. Я думаю, что финал будет невероятно интересный, но и плюс такая поддержка. Вабончик маленький наш, Вовчик. Будешь кричать «Россия!» Давай. Смотри, мы играем в белом, американцы в синем. Надо победить, это финал, Вов. И Кузнецов Евгений, да, друзья, многие из вас спрашивают. Ау. А ты знаешь, что футбол легче, чем хоккей? Футбол легче, чем хоккей? Mm-hmm. Это кто тебе сказал? Потому что на роликах невозможно кататься. Не на роликах, а на обычных коньках ты имеешь в виду. На коньках я не умею кататься. А на ногах бегать умеешь, я тебя понял. О, удаление на 5 минут у американцев. Вот такое вот начало. Да, я понял, то есть ты намекаешь на то, что на ногах ты умеешь бегать, а на коньках надо учиться кататься, да? Да. Вот, и удаление 5 минут у американцев. Нам бы воспользоваться этим удалением в финале с самого начала. И будет очень здорово. Пожалуйста, забрать шайбу сейчас нужно с россияна. Бросок по нашим воротам, Бобровский спасает. Дацук Павел ищет партнеров. Отдает передачу по борту. Передача и щелчок. Гол! Первый гол. Кто там? Дмитрий Орлов или Евгений Малкин? Я не понял, кто забил. Евгений Малкин. Скажи, Женя Малкин. Женя Малкин, вот так вот. Нет, Папа Малкин. Папа Малкин, точно. Хэштег Папа Малкин. Отлично вообще, Вовчик малой придумал, молодец. Дима, выход 1-1, а бросить ты не успел. Ты видал, как шайба подлетела? Да, шайба подпрыгивает, да? Да. Дацук ушел от защитника. Будет ли помощь на дальней штанге у Дацука? Не принял Ковальчук, хотел сказать. Это тоже был Малкин. Он не принял шайбу. Еще один щелчок и 2-0. Что творит сборная России сегодня? Анисимов забил. Артем Анисимов, 2-0. Давай кричать. Так вот, интересненько у нас начинается финал. Если честно, я не ожидал, что так уверенно у меня получится вначале играть. Но сразу вам могу сказать, это скорее всего из-за такой крутой поддержки от Малого. Он, кстати, сам проявил инициативу. Папа, пойдем, я за тебя, говорит, поболею. У тебя важный финал. А, Кучеров в зоне. Ой-ой-ой, шлем, видел, слетел у Кучерова? Да, папа, счет 0-2. 0-2, Россия впереди, да, все правильно. Еще один щелчок, хорошо, отличная атака, хорошо вошли в зону. Эх ты, вот этот пас был плохой. Нам ни один глаз не забили, молодец, папка. Ай-яй-яй, вот и нам гол забили. Счет 1-2. Да, к сожалению, американцы включились. Не спас здесь Бобровский нас, к сожалению. Ай-яй-яй, как ошибка. Выход 1-1. Бобровский, выручай, Бобровский. Молодец, Сережа, красавец, выручил. Входит Анисимов в зону. Бросок, но на месте. Куик. И гол нам забили. Ты представляешь? Да, как будто бы сквозь голову шайба пролетела. Хотим напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость их прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что не теряя ни минуты, заходите в их телеграм-канал по ссылке в описании и начинай зарабатывать вместе с нами. Ой-ой-ой, как опасно, хорошо Бобровский сейчас выручает. Нельзя нам такие потери делать, нельзя опять Бобровский. Все, американцы включились, друзья, но это было понятно, что компьютер сейчас мега режим включит, а отнять шайбу невозможно. Пас назад приходится нам делать. Хорошо, и вот сейчас бросочек. Ну, Куик забирает шайбу. Так, Панарин, Тёмушка в дальний попади. Да, гол, ура. Панарин забивает.
Воу, вот это здорово! Хорошо, хорошо, друзья, Панарин. 3-2 счет, и Панарин третий гол на турнире забивает для себя. Не даем щелкать, ох, Бобровский хорош. Еще один бросок, и Сергей молодчина. Включился компьютер, режим бога, скажем так. Включил компьютер, надо нам сейчас этот режим как-то удержать. Эх, сложно. Так, последние секунды, и сейчас главное не пропустить, Бобровский, умница. Так, второй период закончился. Нервничаешь? Нет, правильно, не надо нервничать. А вот ребятки у своих экранов, скорее всего, нервничают. Третий период, решающий. Я кушать захотел. Кушать захотел? От нервов? Ну, я тебя понял. Ну, смотри, к финалу вернешься? Да. Давай, возвращайся. Овечкин! Челчок, и на месте голкипер. Че, взял печеньку? Угу. Вкусная? Да. Марков, и бросай в ближнюю! Ах, тут там такой трафик перед воротами. И хорошо сейчас как заблокировал, что ж, клюшка, видел, сломалась у нашего хоккеиста. Овечкин идет на целую толпу, Саша, как обычно, но всех обыграть не удалось. Нам забили гол, представляешь? Ай! Американцы вообще не отпускают, вообще. Смотрим, смотри, бросок Бобровский отбивает и прям точно на крюк Дубинскому шайбу попадает. Ну финал, друзья, интереснейший финал. Вовчик, скажи, чтоб ставили лайки. Ставим лайк! Отлично, отлично, Панарин, хлебушек, ах, партнеров-то нету. Да где же вы все? Ты что делаешь, Бобровский? Как ты сейчас шайбу пропустил? Американцы, ну да, включили, сейчас нам повезло. Вантаймером нам не попали. Ой-ой-ой, Панарин может убежать! Выход 1-1, хлебушек! И как же ты не забиваешь? Я пойду еще 2 печеньки возьму. Да как хочешь. Да, Вов, и ты не успел, нам забили гол. Ай... Ну, не знаю, что говорить. Честно, просто любой бросок американцев невероятную опасность несет. Давай, 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 хорошо, поддавливай его. Ну, ты смотри, они даже компьютерные игроки тянут время. Просто ужас какой-то. Хорошо, нет офсайда. Вошли в зону, нарушение. Да что ж вы не свистите-то? Бросок и Квик, как ты ее поймал? Щелчок и Квик, вновь в него шайба попадает. Забирать, забирать ее надо срочно. Малкин, лучший. Лучший, Женя, лучший! Ну, пожалуйста, забить! 10 секунд, это последняя атака, значит, 100%. Ну, куда, куда? Ну, Малкин, да что, блин! Я расстроен. Я расстроен прям сильно. Ну, что, в следующий раз победить? Точно, правильно. Старались, пытались, вели, весь матч мы в счете вели. К сожалению, ну, сильная эта сборная США. Ничего не скажешь. Я бы им не давал шайбу. Мы с тобой, знаешь, что забыли? Чё? И я забыл, и я расстраивался. А на самом деле не стоило было расстраиваться. У нас-то серия до 2 побед идет. То есть сейчас мы матч, который сыграли, проиграли, но целую битву мы еще не проиграли. Будет еще второй, и будем надеяться, третий матч. Давай тогда ребяткам скажем пока. Все, ребятки, говорим пока, ставьте лайки под этим роликом и болейте за нас в следующем финале. Ну а если вы хотите, чтобы малой появился в этом ролике, в следующем точнее, то пишите в комментариях об этом обязательно. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там с ним... Да, там с ним очень много фоточек. И болейте за сборную России. До скорых встреч. Я пошел тебе за печенькой.